Житель села Юровка Сергей Цупрун обратился к Сергею Сергееву с вопросом о ремонте и отсыпке дорог. Глава города-курорта рассказал, в июле на асфальтирование выделят 15 миллионов рублей. Еще один вопрос об увеличении энергомощности для микрорайона на улице Центральная. Линия электропередач, питающая дома этого дома, находится в собственности жилого кооператива. Сергей Сергеев порекомендовал передать линию в аренду Кубанэнерго, объяснив, что обслуживанием сети должна заниматься специализированная организация. Со своей стороны глава обещал содействие направить письмо в компанию с просьбой рассмотреть возможность увеличения мощности. Поспособствовать выделению земельного участка главу попросила Ольга Букеева, заместитель директора школы номер 18 в Юровке. На очередь Ольга Владимировна стала 2 года назад, но земельный участок до сих пор не получила. С аналогичной проблемой столкнулся Константин Новицкий, исполняющий обязанности главного врача участковой больницы номер 3 села. Сергей Сергеев поставил оба обращения на личный контроль и дал поручение городским службам в срок до 4 июня определить участки. В планах Михаила Гончарова расширение производственных мощностей рыбзавода «Юровский». Для этого необходим участок земли для строительства перерабатывающего цеха. Кроме того, Михаил Васильевич планирует заняться выращиванием овощей и хочет построить овощехранилище. Мэр Анапы поинтересовался, сколько человек работает на производстве, на какие рынки поставляется продукция и дал поручение соответствующим службам оказать помощь предпринимателю. Глава курорта на выездном приеме в Приморском сельском округе принял 16 человек. Еще 17 заявителей обратились со своими вопросами к заместителям мэра.